заказывались паруса в компании с именем Elfstrom Sales. Вот это их логотип, чтобы все знали, внимание, поджим его крупным планом. Вот это вот. Я думаю, что все теперь этот логотип узнают. И вот я теперь хочу рассказать несколько слов о том, насколько надежные эти паруса на лодке, которые поставляются вместе с лодкой, которую Бенито заказывает у этого производителя. Так вот, лодке еще около 4 лет сейчас. Я знаю много людей, которые ходят на яхтах по 10-15 лет, в парусах разрушается дайкрон, но никаких проблем с самими парусами нету. Здесь используется материал Sunbrella, который стоит $30 квадратный метр, и может 20, но не суть, это все равно дорогой материал. Но то, как сделан Lazy Jack. Вот Lazy Jack — это мешок, в котором находится парус. Этому мешку столько же, сколько лодки. Лодка была новая. Внимание, материал. Это даже не по шву. Про шов я молчу. То есть вот материал, который просто рвется, как туалетная бумага. Это то, что я хотел показать. Я буду заказывать новый мешок, но я хотел обратить внимание компанию Бенито и компанию Elfstrom. Господа, вы делаете кусок дерьма, а не нормальные паруса для лодок из нормальных материалов. Пожалуйста, что-то сделайте с этим, потому что я считаю, что это вообще вот это вот, это не то, как должны быть сделаны паруса на лодках, которые ходят далеко и долго. Про сами паруса я вообще молчу. Вот паруса, которые уже с кучей заплаток, потому что они просто в этих местах протираются, то есть я был вынужден уже их чинить. Какие-то идут заломы. Я умею обращаться с парусами, я знаю, как это делается. Но, видимо, что-то не то. Ну, если еще с дайкроном у меня особых претензий нету, я хочу обратить внимание на швы, из которых это все сделано. Стаксель. Я его вручную перешил уже весь. То есть сам материал, из которого сделан парус, он прочный. Все вот эти нитки, они не имеют ультрафиолетовой защиты. Весь парус, который снизу до верха, уже рваный. То есть сам дайкрон целый, все швы рваные, расползаются вот так же самое, как Lazy Jack, как туалетная бумага. То есть это, я не знаю, с каких ниток сделаны эти паруса, но это же лодка, которая должна служить долго и ходить долго. Что это такое? Про нитки вот там вверху, все перешиты, все перешито. Все, мы перешили, я не знаю, метров 30, наверное, швов, которые просто разлезлись, как туалетная бумага. Про санбреллу я вообще молчу. То есть вот это санбрелла, это защита ультрафиолета. Вот она. Вот она. Вот она. То есть, чтобы далеко не ходить, показываю. Вот это защита на парусах. Я это все буду переделывать, поэтому я показываю смело, как это все рвется. Это туалетная бумага, это не паруса на яхте, это кусок дерьма. Еще раз повторюсь. Вот эти швы, которые мы переделывали сами вручную. Вот это вот все. Вот это вот все. Заплатки. Вот швы. Вот такие вот нитки, и вот это все, что разорвано, и вот это вот все, что сделано вручную. Вот как сделаны эти паруса, как делал это Elfstrom, качество парусов. Напоминаю, что лодке 3 года. 3 года.